Дорогие друзья, здравствуйте! Ну и, конечно же, гости и подписчики нашего канала. Сегодня я готовлю вот такой вот куриный супчик с клёцками из картошки. И я сегодня буду его зажаривать. Для зажарки я буду использовать морковь, лук и замороженный перец. Также мне понадобится зелень, яйцо. Это я буду делать картофельные клёцки и мука. Сейчас я закипятила водичку. А это у меня все с одной курочки. Тут половина грудки, два крылышка. Это я уже четвертое блюдо готовлю из этой курочки. И ставлю это все варить. Бюджетная у тебя курочка. Не говори. Нам на двоих этого вполне хватит. А сейчас я что буду делать? Можно уже сразу же поставить, готовить зажарку. Пока у меня там варится эта курица, она очень быстро сварится. Что там у меня два крылышка? Так, зажарку включаю плитку, пока раскаляется сковородка там накаляется у меня, плита. Я буду толочь картошку. Я сварила две крупных картофелины. Вот, посолила их. Ну, я, чтобы побыстрее они сварились, поэтому я их разрезала. Я сейчас это все истолку. Когда у меня варилась картошка, я ее сразу же посолила, чтобы это все было у меня уже соленая. Сейчас я сюда разобью одно яичко, голубиное яйцо какое-то, яйца купила какие-то голубиные. Так, разомну, растолку. Вот это большая перепелка была? Может быть. Это голубь. Нет, это крупный голубь. Хочу сразу сказать, что если бы я варила и готовила отдельно вот такие вот картофельные клетки, ну как второе бы это у меня было, то я бы использовала больше муки. А так как я буду брать это все аккуратненько ложечкой, то я тесто сделаю немножечко пожиже. Сковороду я кладу. Ну, я скажу сейчас, сколько тут. Ну, грамм 50, наверное, сливочного масла. Это у меня будет для зажарки. У меня зажарка в последнее время. Юрик тут готовит. Оператор помогает, да. Размешиваю, мешаю. Чтобы у меня не сгорело. А я, как всегда, тороплюсь. Торопышка. Все сразу опущу и будем помешивать. Совсем все. Зажаривать мне доверишь? Совсем зажаривать не буду. Вот, а картофель, это курица уже закипела, я убавлю сейчас. Я сейчас убавлю и сюда добавлю. Я люблю лавровый лист. Сейчас я сразу его, у меня бульон, видите, какой не жирный будет. Все посрезала уже оттуда. Так, и все это я еще и подсолю немного. И все, пусть у меня себе спокойно готовится. А Юрий тут мешает, старается. Ну, можешь не размешивать, еще он масло не растаяло. Пусть оно растаивает. Он, так ему понравилось это размешивание. Так, а я продолжаю делать клетки. Я сюда добавлю сейчас примерно вот такую большую столовую ложку муки. И не одну, а две. И размешаю. Сделаю тесто. Короче, на глаз добавила. Первая ложка это была вообще с горой. Там две точно было. Да, точно на глаз. На свой. Сейчас мне надо размешивать. Не переживай, вот, да. Все нормально. Зажарка. Под контролем все у нас. Ну, так вот промешивайте. Хорошо вымешивайте. Иди вмешай зажарку. А ты знаешь, что раньше строительный раствор на яйцах готовили? Сколько нужно было яиц, да. Сколько он стоил. А поэтому строительство домов было дорогим, очень. Там дореволюционное. Это как связующее было вместо цемента. Представляю, на яйцах. Цемента-то не было?
Добавляю яйца в раствор. А ты понимаешь, чтобы кремль построить, например, белый кремль, сколько надо было яиц? Нет, не представляю. Сколько надо было крестьян обобрать? Всякими пошлинами и налогами. Ну, без этого бы не было прогресса тоже. Не придумали бы цемент. Вот эти замки все. Он же все. Ужас. Большой. А тем временем моя супруга тут на яйцах делает клёцки. На каких яйцах? Ну, на одном. Ну, яйцо же. А для чего ты его туда положила? Чтоб связующее было. Вот. Хотя тут картошка, крахмал этот он такой липкий. Иди помешивать. Угу. Вот. Совместное приготовление супа. Бригадное. Бригада Ивановых. Корпорейшн. Как мой сын говорит. Наш сын. Что не только мой, еще и моей жены. Все, выключай, выключай. Можно выключать? Да. Поджарка, да? Да, зажарка. Все, у меня тут грудку я достала, а крылышки оставила. Сейчас вода забурлит, хорошо. Вот уже начинает булькаться. У меня совсем-совсем не жирный бульончик. Так, там у меня перчик плавает. Я перчик закинула. Пусть хорошо-хорошо закипит. Сейчас прикрою еще крышкой. Бурлила. И я сюда сейчас буду класть эти картофельные клёцки. У меня такой будет жиденький супчик. Ну, вот таким образом я. Можно ложечкой, конечно. Ну, я пальцем, у меня чистые руки. Помогаю. Выложила клетки эти. Перемешиваю. Сейчас сразу отправляю зажарку. Да. Вот так. Я люблю все по-быстренькому делать. Сразу цвет поменялся. Теперь закрываю крышечкой. Пусть закипает. Я сделаю. У меня все хорошо прокипело. Я туда отправляю грудку, потому что мы сейчас уже будем это кушать. Почему там варится? Я подсаливаю, потому что абсолютно не соленая. По вкусу, как всегда. Да. А то скажут, что я солю много. Там вообще даже вот попробовала. И немножко перчика. Перцы. Да, у меня муж вообще никогда в тарелку не подсыпает перец, поэтому я таким образом... Его заставляю. Дуришь меня? Да, заставляю перец есть. И сразу зеленушку насыплю. Вот так. Сейчас закипит. Буквально минутку. И буду раскладывать в тарелке. Раскладывать в тарелке. Готов. Кладу в тарелочки. Эти клёцки очень нежные. Галушки вот из муки, когда готовишь. Они жестковатые же все равно получаются. С картошки нежные, да? Да. Все, я ничего туда не добавляю, никакую крупу. Вот все у меня готово. Хочу пожелать всем приятного аппетита. Готовьте супчик с клетками вместе с нами. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Ну, я рада, что вы с нами. Всем пока!